во всех жанрах своего времени. И очень популярным композитором в Германии считается за его пределами. Однако этого могло не случиться, так как Телеман изначально обучал преподаватель, который учил его жутко консервативным способом, заставлял играть не по нотам, а по табулатуре. И спустя 2 недели занятий Телеман бросил занятия. Также его родители решили, что занятия музыкой будут совершенно неэффективными и невыгодными, и поэтому отобрали ему все инструменты, а занимались тогда на 3 или 4. И Телеман по ночам тайком писал музыку.